В Югре почти 250 миллиардов рублей направят на создание условий для развития детей. Сегодня на совместном заседании комитетов депутаты округа одобрили в первом чтении бюджет на ближайшие 3 года. Он по-прежнему социально ориентированный, но дефицитный. В 2019 году дефицит составит более 20 миллиардов рублей. Однако любые позитивные изменения позволят его пересмотреть. Так, в этом году бюджет Югры неоднократно корректировали, в результате чего он вырос в 1,5 раза. Что касается расходов, то они по-прежнему на высоком уровне. Только в следующем году на социально-экономическое развитие округа направят 208 миллиардов рублей. В числе приоритетов, к примеру, повышение качества образования, развитие здравоохранения и соблюдение всех социальных гарантий. Ориентир по бюджету – это то, что он сформирован из программ, в которых есть целевые показатели, набор мероприятий, которые связаны между собой, причинно-следственной связью. И каждый, кто желает изучить бюджет, понять, как он работает, сегодня это открыто может сделать. И уже, так сказать, представлять или говорить о своих выводах в части целесообразности, возможности, что получается, что не получается. Но я считаю, что бюджет сбалансирован достаточно. Специалисты сегодня ответили на все вопросы.